Армянские сепаратисты на временно подконтрольных миротворцам землях Азербайджана выступили с заявлением через нелегитимный институт в кавычках под названием «Национальное собрание Арцаха». В заявлении сепаратисты призывают заинтересованные международные структуры и в первую очередь парламенты стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ обратить внимание на то обстоятельство, что несуществующий армянский народ Арцаха и его наследие якобы под угрозой уничтожения. Сепаратисты призывают принять в кавычках незамедлительные шаги по возобновлению переговорного процесса по урегулированию карабахского конфликта в соответствии с мандатом, полученным от ОБСЕ, и заявляют, что готовы продолжать свою борьбу с решимостью достичь конечной цели. Кто такие эти остатки сепаратистов, от которых отказалась уже и сама Армения, чтобы самовольничать на земле Азербайджана? Понятно, откуда они черпают силы. Но в том и состоит задача азербайджанской страны, чтобы всеми путями добиваться выполнения подписанных тройственных соглашений между Азербайджаном, Арменией и Россией. И главное, не самоустраняться от решения проблем, которые искусственно создаются для наших граждан на этих территориях. Сепаратисты Нагорного Карабаха, благодаря российским миропритворцам, сохранили весьма благоприятные условия для существования и приобрели карт-бланш для провокационной и террористической деятельности. И это происходит в результате лицемерной просепаратистической деятельности России на территории Азербайджана. Но всему есть конец. Азербайджан пока терпит этих сепаратистов. Когда лопнет чаша терпения Азербайджана, то этим сепаратистам в Карабахе мало не покажется. Азербайджанская сторона напоминает. Больше нет и никогда не появится никакого в кавычках республики под названием Арцах. Навсегда похоронены планы создания Великой Армении. Таковы реальные итоги 44-дневной войны, в которой военную победу одержал Азербайджан, а Армения оказалась разгромленной. Арцаха, так называемой республики внутри Азербайджанской республики, нет и никогда не будет. В Карабахе будут жить те армяне, кто получит гражданство Азербайджана. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.